Значит, но вся причина, в чем вот этот взрыв, видите ли, Георгия Георгиевича не избрали мы депутатом Народного собрания. Ну, не избрали, не, меня тоже не избрали, ну и что из этого? Я же не буду с вами драться или вызывать кого-то на дуэль. Не избрали воля людей, значит, мы должны уже подчиняться, мы должны уже у себя менталитет поменять, что раз на одного человека больше проголосовало за кого-то, значит, мы должны подчиняться большинству, а не меньшинству. Значит, у нас вот приехали из Министерства сельского хозяйства разбираться с нами, но я не знаю, там... Пока не могу говорить, какие будут положительные какие-то моменты и так далее. Но я вам хочу сказать, что со стороны прокуратуры мы не дождемся поддержки. Прокуратура как бы курирует власть Демпартия. Тут партийные интересы. Вот ты это самое, если в нашей партии, мы тебя будем крышевать. Бандитское государство, натуральное бандитское государство. Правовом, тихо. В правовом государстве такого не допускают. Там сразу этих людей отправляют белым медведям. Вот и все. А у нас крыша Демпартия, крыша другая партия и так далее. По партийным этим самым кланам собрались братки. То есть нам отписались, прокуратура отписалась. Мы были у них дважды. И я своим товарищам сказал, ребята, тут нечего искать. Сегодня мы были позавчера у председателя Народного собрания Константинова Дмитрия Георгиевича. Да, и это он пообещал сегодня к 11 часам приехать. Но разведчики доложили, что люди стекаются сюда, собираются. И он позвонил и сказал, я в Гайдар не поеду, так как люди собираются. Так а чего ж ты тогда собирался приезжать? Решать нашу проблему или свои проблемы хотел решить. Свои проблемы ты уже давно решил. То же самое этот Демьян Николаевич здесь вот стоял перед вами, сидел, то есть, и говорил, и соглашался с нами, да, вот все правильно, все это самое. А поехал туда и дает интервью. Да, Георгий Георгиевич прав. Понимаете? Вот... То же самое вот были в Камрате, корреспонденты задают вопросы из Кишинева, когда разрешится этот вопрос. Да вот мы сегодня у нас мероприятие, мы заняты, но буквально завтра-послезавтра решили. Ну и что, пришли, решили. Мы здесь воюем, а они не приезжают. Почему не приезжают? Потому что у них свои интересы здесь же. То есть на них, чтобы уповать, что защита будет, абсолютно нет. Мы должны сами соорганизоваться. Мужская часть, я говорю, мы сами должны соорганизоваться, и вы должны выходить, мы должны, как говорится, охранять свои участки, придет время, мы посеем эти участки, мы не допустим до этих площадей. Мы посеем, почему? Потому что это наша земля, и мы будем распоряжаться так, как мы хотим, а не так, как кто-то хочет. Вот и все, весь закон. Мы вникаем в вопрос. Субаренду он сдал. Как сдал? Он тоже не дурак. Он не написал это самое. Договорные отношения у него нету. У него только финансовые отношения есть с этим человеком, у кого взял 2,5 миллиона. Этот человек сам признался, что он дал эти 2,5 миллиона. Папа, так называемый. Да. Значит... Но я вот взял и чуть-чуть по арифметике, еще компьютер работает, посчитал, и то, что засеяно, как раз его проценты, как раз это самое. Что нам останется? Нам ничего не останется, друзья мои милые. Нам по первой группе пшеницы и в этом году, даст Бог, может быть, и будет урожай. Надеемся на это. Но нам ничего от этого не будет, даже если будет хороший урожай. Человек прямо сказал, я эти... 2,5 миллиона должен забрать в Гайдарах. То есть я этим ребятам не доверяю. Я вот приду сейчас, буду вносить удобрения сам со своими людьми. Уборка наступит. Я приезжаю со своим комбайном, со своим транспортом, убираю и увожу. Все. Что мы делаем? С чем мы остаемся? С чем остаются эти люди, которые пенсионеры ждут
эти два мешка пшеницы, которые для них жизненно важны. Они это не получат. И сейчас дальше что он делает? Ага, он же знает, что у него это заберут. Он сейчас это, сколько у нас свободных площадей имеется, все сеет под солнышком. Им же тоже нужно это самое. И почему эти ребята так с нами чуть ли в драку лезут? Потому что кормушка сужается, а когда кормушка сужается, значит, пойдет драка между ними. Но пусть дерутся, как говорится. Мне от этого ни холодно и ни жарко. Пусть дерутся, потому что они обижали людей, нас обижали в том числе. Не давали. Если бы не были бы выборов в прошлом году, нам эти 100 килограммов не дали, потому что сам же Георгий Георгиевич заявил. Вот по расчетам, сколько они получили урожая, значит, нам перепадало 47 килограмм. Видите, благодетель наш, да, аж 100 килограмм нам дал. А он не говорит, что в договоре указано, что не ниже 200 килограмм должен. Меня не интересует, сколько он получил из-за своей этой самой неграмотности и от того, что он разогнал всех специалистов из хозяйства.